Не хочешь ко мне? У меня тут сейф. Вот видишь дыру в полу? Я вот там. Давай. Лестница есть. Нет. Сука. Не знаю, но это... Предлагаю домой пойти. Где? Блять, ты что такое? Что такое? Не могу пройти. Так. Стой, не... убери фонарик. Куда? Предлагаю домой поехать. Воду пью, алло. Смотри, кто там. Там мишка дохлый. Чё? Ебать. Стой. Выруби фонарь. Ебать. Охуеть их тут. Стоп, а тут... А, вот он, смотри, фокусы. Да ты, блин. Ты... Гнида крутичень накинул. Ебать. Ты посмотри, что там, Коля. Я сейчас умру, кстати. Где кошин идет? Я знаю. А ты... Да, по мне, давай, начни, гнида. Чё?
Сзади, Коля. Медведь. Не знаю, где. Но они сейчас на мину найдут. Кто-нибудь на мину встанет? Мочи его, Коля, помоги, а. Они встали, Коля. Колян? Тот со спины хуярит. Тут где-то медведь. И змея. А что там? А, это этот. Это... ловушка. Это... подъёбка для уёбка. Там зомби сидит. Ух ты! Алло. Разве? Там, там лестница есть наверх. Какой? Предлагаю поехать домой. Затариться вещами, починить все и вернуться сюда. Не сломать не сможем, тем более зомби вон идут. У меня 6 тысяч прочности осталось. Ой. Бегущий, бля. Ну ты гнида. Найс, блядь. Сучара, блядь, ударил меня 2 раза, когда падал, блядь. Ну, говорю, погнали домой, сгоняем. Где скинул? Кому? Ну, вот, я говорю, погнали домой. Это нормально, наутаемся и вещи починим. Че я только домой сейчас вещи только заберу? Да! Блядь, ебучий игра, застреваю в чем? Я еще вниз упал. Меня зомбарь встретил, прикол. Нисколько я упал. Их там еще толпа целая в этом. А мы на этом заводе тогда выживали? 9-я версия. Я нашел коробку, которая 10 секунд открывается.
Тут 13 патронов к пистолету. А ты где? А ты где? Охуенно. Бля. Он... Серьезно, я через него перепрыгивал, он меня смог ударить? О, я еще коробку, кстати, нашел. Как же они меня заебали, а? Серьезно? Какое? Коленный бензопилу 4-го уровня нашел. Охереть, они все ко мне пришли. Я тут микуху нашел какую-то. О, два пистолета нашел. Первого уровня. И все. Предлагаю поехать домой. Кстати, что по этому? По левелу. У меня интеллект до 8 уровня упал, блин. И сила до 6. У меня все просто тупо на 2 пункта понизило. Я даже сказал, пиздец. Поехали домой быстрее. Я бензопилу 4 уровня нашел. Все починим и вернемся. Я пока поехал в сторону дома. По пути этот возьму. Спальник. У меня ни еды, ни воды, вообще ничего. То, что воды нет, скорее всего.
Пива собак не если он у тебя есть. Он воду восполняет. Нет. Он восполняет воду. О! Я тут в ящике воды чуть-чуть нашел. Колоюсь, веру пособираю. Там где вообще едешь? Сколько у меня? 8 алоэ вера. Какой, кстати, левел уже? Нужен 70-й левел. Когда скрафчу инструменты сильнее. Блять, почти догнал гандон. Ну еще перевес пошел. Типа у меня вот этот пакмул, я же до 5 левела прокачал. И то, что я умер несколько раз, мне и там очко одну забрали. На него. У меня бочка одна есть с собой. А они ж топливо. Потом надо будет машину делать. Бля, ебаный коршун, сука. Гнида, бля. Что мама кушает, вот это интересно. Крики слышны от там. И мыть вода сейчас. Стой, кошел. Ты охуел, бля. Блядь, пистанул, улетел. Ты представляешь, какая гнида? Ударил и улетел, Коля, кошел. Я уже дома, кстати. Живого? Легко. Там видно, что он... Что у него до хрена это... Плоть рваная и так далее. Угу. Типа у него там... Этот, кишки торчат в некоторых местах. Ребра.
И он такого цвета темного, такого более зеленоватого. Уверен? Я скажу, что зомби-медведь. Скорее всего. Пойду светло. Так, бедрол сюда кладу. Блять, ебанутый, нахуй орать-то? Сапоги какие лучше? Так, нужен отдельный ящик вот тут для этих. А вот он уже тут есть, блядь. У нас, оказывается, был этот. А ты, гнидос, его прятал от меня. Тул и дайсет. Он как раз для печки нужен. Для печки. А если он зомбарей гасит, это значит, что живой медведь. Заражены? Да. Я не понимаю, как определить вот это, какая вещь лучше? Бесит аж. Вот это лучше, блин. Я разобрал нормальные сапоги 4 уровня, представляешь? Да. Железные сапоги 4 уровня. Я думал, что броня, которая сейчас у меня, она лучше. Если бы они еще нормально показывали, блин. Бесит. Блин, у меня так духуя токенов. Чтобы похавать сделать.
Вообще нету, Коля. Да, будет классный рофл. Я буду над тобой много, много над тобой угорать. Буду так над тобой угорать. Заебал, чё ты? Дима, Дима, блядь, Дима, Дима, на... Уже 20 лет, Дима, блядь. Как ты успеешь до дома дойти, блядь? А чё ты напоминаешь, от голода или от жажды? Где ты? На! Двери сам закроешь. Воду. Уже 15 штук приготовил. Еще похавать сейчас попробую сделать. 85 мяса хочу попробовать сварить. Вареного будет. Пятнадцать вареного мяса. Сделаю 14. Чтоб пополам было. 7 тебе, 7 мне. Понял? Так. Бля. Охуеть. Чё? Заебался. Хочу йогурт. Коль, принеси мне йогурт. Блять. Сколько тебе раз говоришь, что нету? Интересно, поищи, бля. Больше делай. На тебе, сейчас, даже, давай даже тебе. На, сделай по максимуму, мне тоже дай. Бензопилу я сюда кину.
охуеть, у нас железо дохуя. У меня, кстати, пистолет еще 6 уровня есть один. Слышишь? А зачем? А он легко делается. Хризантема нужна для чая. Там завел. А, где? Взял. Блин, это почини. А. Ай, стрелы. Мог бы в этот сундук, блядь, положить, вот тут лежат. Железо и гвозди, блядь. Наш железо хоть в жопу жуй, блядь. Тут 13 воды, можешь забрать. И еще на тебе мясо. Так. Ну чё? Погоди. Да я с тобой побольше железа возьму. Могу магнум теперь сделать. Нет, я не смогу сделать. У него дохуя этого выходит. Ну его нахуй. Thank you.
а у тебя наука на какой уровень прокачана? У меня на второй. Это все выкачал. Видишь, я выкачиваю все, что могу. А свои вот эти инженерные эти я не могу, потому что мне не хватает этого уровня. Какая у нас сейчас, какой у нас сейчас день? Второй. У нас через 3 дня будет это. Один?
получится. Сколько штук? А у тебя всего сколько? Угу. Сделай мне бинтов, пожалуйста. Лечебных. Я там нафармил. У меня 13. Не, у меня 13 штук. У меня. А где вот это алоэ сделать? Я хочу попробовать. Ну, алоэ крем. 3 штуки могу сделать. Клод фрагмент нужны. Тебе зачем? Много надо. У меня 10 штук с собой просто. Только я руки схожу помыть. Давай. У тебя на какого уровня? У меня 6. На. Сейчас погодь. Сейчас приду. Слышишь? Так, Колян, я минут через 15 пойду в магазин сгоняю. Какая ночь, ты видишь? Вверху что? Погнали.
Че, я велик починю? А хотя нет. Он же там вроде 100% восстанавливает это, да? Репэрки. Ну, когда будет процентов 7, когда будет процентов мало, что вот-вот сломается, да, починю. Спускаюсь. Ой, блядь! Сука, хуйня ебаная. Ебать, обосрался нахуй. Коля! Ну классно, я вышел! Сука. Встретил... Тёлку, который кричит, футболист, он идет. И там это чпокающий бич. Там еще он, который орёт, слышишь? А куда хоть ехать-то? Влево. Заебали орать, на. Сюда я, наверное, на режим рации перейду, чтобы не отвлекали. Угу. Место. Стоп, у меня что-то обновляется. War Thunder 33 гига надо обновить. У меня сегодня друг скидывал, что это типа баг какой-то. Там тяжело это все меняется, так что я думаю, похуй. Я, кстати, одну бум-палку сделал. Папа будет и молики кинем, и бум-палку. А у тебя сколько молик? Ну, у меня два, которые... У меня еще три лечебных банка. Я напомню полный инвентарь, так что мы особо не плодим. Не плод. Заметьте, что я медленно как-то. На сотый день пиздец. На какой лестнице? Я говорю, на какую башню ты пойдешь? Там
на самбо. Который один. Та, который возле рассыпется. Коля. Хочешь прикол? Не... Не понял, почему не понял? А чё я-то? А чё я сделал? Я ничего не... Кушу наверх строить не давал. Альтернатива. Ты спальни. Слева чё? Спальни куда такие? Не бы куда-нибудь спальни. Тут на балконе. Я же сказал, что их тут двое. Я же сказал, что их тут двое. Ёп. Тут столько гал. Пирог наш. Тот самый. Ой, не зря же видел. О, тут два ракетных. У тебя базук сам. На, забирай меня, я его. Нам бы наверх. Ёп! Там сверху этот полетит. Слышишь? Что ломать? Колян тут чпоку. Шумит. Они, походу, уже заспавнились. Ну, там я вижу просто здоровую толпу замкнутых.
Медведь мимо меня. Там чпок еще есть, слышишь? Блять, я внизу, меня заебала эта игра. Из-за лагов я упал с это... упал. Не, на башне. Где еще? У меня тоже 6. Ну хорошо, что они все у тебя. В смысле, не все у тебя, все у... Ну, сяни на завод. Под моей башней ковы. Нет. Я толстяку поебал. Еще в голову. Мне тут стрельба получилась. У меня тоже 10 фокус, у меня еще 7. И прикол в том, что у меня нет ни одного зомбаря. Я никого не вижу, на улице вообще никого.
Ты не помнишь вот эту вышку, которая у вас где-то вот? Вот я. Не наверху, а где-то посреди. Вон они где. Тут даже медведь есть. У меня тоже 5. Блять, я слышу кучу зомбарей из этого медведя, блять. Куда, блядь? Они вон все возле меня. Они все ко мне выпили. А, я вон. Вилить не могу нигде под. Блять, ебаный лаги упал. У меня просто тупо 3 FPS. Отлично, я уехал. У меня кость сломана. Тишь? Вон они. Да. Интересно, по мне попал?
Серьезно? Он ко мне попал, прикол. Мне лагает, когда я туда смотрю. Ебать, там чпок еще носит. Ты... Ты видел, сколько я выиграл? Там зеленый попал. Коля, там медик. Я в чпоку еще. А я его убил. Сзади. Сзади. Молик, говоришь? Ой, а чё он нами там? Да, прям уже. А у меня последний молик. Ну что, мы со всеми разобрались? Yeah.
меня прыг... да, я вообще прыг... Сломанная нога, 53 минуты. Не вообще прыгать. Вообще. А, я на катрейле был. Коля, можешь? Можешь помочь? Хотя... Смотри, какой тут столб я... А ты... Я спустил. Говницу. Эй, чири. Сломанная нога, 59. Хуета. Нож. Упал с седьмого этажа в метрах 100 от больницы. Николай, как кому вам умереть, как последний наш? Портфель не вижу, вижу велосипеда, который... Вижу велосипеда, который ничего не получит. Wooden Club 6-го уровня.
также ящик. 2500 прочно. Тут винтовка второго уровня, 6 патронов. Can of Sham, 4 штуки. Это на второй вин... Еще глоток. Еще один первый. Чтоб ты понимал, там пол прозрачный. Блять, серьезно опять. О, здорово. Детку. Не у самого. А ты мои спиздил. Пожалуйста. Я забрался. О, вижу. Ты просто... Ты гнида, это был... Ты что-то забрал?